Христиане смотрят на ужасные извращения, допускаемые современной властью в России и за границей, и по всему миру. И христиан это смущает, нас это смущает. И мы привыкли искать этому причину в идеологиях. К этому нас и приучила предыдущая, прошедшая эпоха великих идеологий. Предлагаем вашему вниманию новый выпуск нашего интернет-подкаста «Антимодерн».